сделать игровые площадки более светлыми и безопасными. С этой целью в детском саду «Ручеек» Всходний лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Сергей Малиновский совместно с руководством дошкольного учреждения обсудили план по модернизации системы освещения. Делать сад светлее будут в два этапа. Во второй половине августа рабочие проведут кронирование деревьев для монтажа воздушной линии электропередач. А уже в октябре установят дополнительные светильники и опоры, что позволит максимально осветить всю территорию детского сада. Об этом просили родители юных химчан. На встрече с трудовым коллективом и родительской общественностью детского сада номер 28 «Ручеек» была выдвинута социальная инициатива об улучшении освещения на территории, прилегающей к детскому саду. То есть это то место, где находятся детские игровые площадки. Данная социальная инициатива размещена на сайте голосования нашего проекта «Химки. Интересно жить» и на данный момент набрала уже несколько тысяч голосов. Все инициативы горожан размещены на сайте hish.online. В первую очередь будут реализованы те, что наберут большинство голосов.